Привет-привет! Я приветствую тебя на своем канале Альгуш АСМР. Сегодня у нас будет вторая часть о животных, а именно о породе собачек. Мои хорошие, если кто-то любит этих классных питомцев, ставьте лайк. Начинаем с вами близкий шепот. Мы расчешем их прекрасную шерстку, этих милых собачек, а также почистим зубки, конечно же. Такие классные. Так, ну вот даже зубы чистим. Thank you.
Красивые, это такие прям красотулечки.
пятнышко от пестита. Красивая. Колли. А, вот она, Колли. А, это значит, там была не Колли. Вот Колли. Там была, наверное, какая-то другая, да. Разговорчивый друг. Свои чувства с помощью лая. Колли громко лает, передавая свою радость от встречи с хозяевом. Тихо тявкают, испугавшись пылесоса, или яростно хавкают, разозлившись на соседскую кошку. Важно вовремя обучить собаку не лаять без причины, а то она может стать немного шумной. Да. Ой, зубки почистим, да. Очень любит своих хозяев. Да.
устает, все равно она всегда бдит. Всегда бдит, бдит, бдит. И как только я поднялась, пошла, он сразу же встает и топ. Я не знаю. Да. Вот недавно ринулся на Ротвейлера.